отец. Лютые вещи, но в любом случае я хочу принести благодарность ребятам за то, что меня пригласили сюда. Вам за вашу поддержку, за вашу активность. Спасибо большое. И, в принципе, осталось только показать, что происходит, когда меня зовут. Погнали. Пацаны у нас здесь, но девчоночки, шумом!
пришел немножко не с тобой. Сейчас, может, я вас не слышу, потому что у меня здесь нужно поправить немножко звук. Дайте, я это сделаю. Сейчас. Девочки, мне кажется, дышим, готовимся. Все, сейчас тишина. Ой. Мужчины, дайте тишина! Обалдеть. Пацаны, но я проехал тур, и я знаю, что сейчас будет. Девчонки, шума! А теперь, девчонки из Питера, шума!